Знакомьтесь, это Пушок, ему всего один годик. Котенка заметили неравнодушные люди, он плутал по улицам Тюмени. Он очень добрый, очень ласковый, такой, знаете, мурлычащий. Да. Давайте найдем ему дом, сделаем это вместе. Если вы готовы стать для Пушка самым верным другом, звоните по телефону, который вы видите на ваших экранах. Вот посмотрите, какие у него милые кисточки. Обратите на них внимание. Вот мне кажется, именно они просто тут же влюбляют. Если его. Вы давным-давно хотели завести дома мини-копию рыси. Посмотрите, очень похожий. Он очень мягкий, очень ласковый. Ну а всем неравнодушным прохожим говорим, конечно же, спасибо. И вполне вероятно, что вы спасли этому милахе жизнь.